Всем привет, дорогие друзья, с вами снова канал Unreal Игры. Ну что ж, мы продолжаем играть на сервере Vault, и это наш уже 10-й выпуск. Ну что ж, сегодня мы будем заниматься интересными вещами. Давайте, во-первых, посмотрим, что тут у нас произошло. Кто-то у нас тут вытоптал. Посмотрим, собрала ли эта машина что-нибудь хотя бы. Так, уже 41 пшеница. А вот это мне нравится. И, по-моему, с краев она походу, реально 9 на 9 работает машина. Вот тут кто-то у меня вытоптал, и это, скорее всего, были какие-то игроки. Ну ладно, пока что не будем особо думать об этом. Так, давайте, знаете что? Сегодня я пытался, ну, за серией сделать кое-что интересненькое, чтобы подготовиться, да? И как раз-таки снес ферму, во-первых, потому что, ну, она пока что не нужна. У меня морковки просто вал. То есть хватит при желании на очень долгое время, да и в любом случае хватит. Так, давайте сейчас гнилую плоть. Давайте посмотрим, что из нее можно сделать. Ничего. Так, кровавый блок. Давайте тогда оставим. Так, как вы помните, я из угля начал делать вот такие интересные штуки, чтобы потом получить алмазы. То есть вот он, это дробленый уголь. Из него, смотрите... Можно сделать так, что это такое гидратовая угольная пыль. Ерунда какая-то. Вот. Вот по такому рецепту с кремниевым шариком, если смешать, ну, кремнием и угольной пылью, получается угольный шарик. Если вот таких, ну, стак угольной пыли сделать вот в таких, да, получится штук 8, что ли, угольных шариков, и их уже положить в компрессор, то вы получите сжатый угольный шарик. А если уже сжатый угольный шарик выложить вот так по рецептику и посередине положить там обсидиан, получится куб сжатого угля. Вот, у меня две штучки есть, это равняется 2 стака угля. Давайте теперь положим это дело в компрессор и посмотрим, что у нас получится. А пока у нас это получается, давайте посмотрим, что у нас тут. Тут у нас закончилась капсулы. То есть, ну как они закончились? Они не закончились, они опустили. А вот металл у нас закаленный копится. Пожалуй, пускай капсулы тут тоже лежат. Так, энергия у нас полная. От этого я замыслил кое-что сделать. Вот, смотрите, что у нас получается. Из куба сжатого угля у нас получается алмаз. То есть, один к одному. Так, и это давайте сразу запихнем вот сюда, потому что нам сейчас нужен будет еще дробленный алмаз. У нас тут... Поднаготовлено уже 22 штуки, а нужно 24 дробленных алмаза, чтобы собрать вот такую интересную вещь, набор улучшения МФСУ. Это специальная такая штука, как бы был раньше в аддонах, ну то есть дополнение к моду Industrial, а можно прямо на месте положить вот этот апгрейд. То есть из МФЕ, чтобы сразу стало... МФСУ, который на 40 миллионов энергии. И самое продвинутое в индастриале. Вот. То есть для этого я сейчас вот сделал алмазы, передробим сейчас полностью их все. Что мне нравится в индастриале, то что можно заменить быстренько и дробка продолжится, как будто это был этот предмет. Так, а еще нам понадобится некоторое количество дробленного лазурита. Потому что смотрите, вот эти кристаллы, они делаются из вот такой лазуритовой пыли. Так, значит, 6. Ладно, не будем задумываться, давайте просто сделаем некоторое количество. Так, хотя, в принципе, так. Так, это раз. Это 2. Так, 3 кристалла. Я думаю, блока 4 нужно примерно, если... Так, получается, 1, 2. Ну, по идее, так, по идее. То есть 4 блока нам хватит, по идее. Давайте сейчас положим все это дело в дробитель. Опять-таки, я заменяю. Удобнее, как говорится, в блоках передравливать, потому что за одно передравливание сразу получается 10 лазуритовой пыли, например, или чего-нибудь там еще, то, что вы дробите. Так, возьмем редстоун, и сейчас будем делать энергокристалл обыкновенные. Так, 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 так. И теперь всю эту ерунду делим. У нас должно получиться 6, ну, энергокристаллов. Потому что 4 мы уже сделали для МФЕ. Так, нам еще пригодится вот это и лазурит. По-любому. Еще там, конечно, нам пригодится уйма микросхем. Кстати, посмотрим, сколько у нас их есть. Так, давайте-ка мы сделаем
Так, провод у нас есть, так что не будем делать. Так, провод есть. По-моему, 8 штук там получится или 10 микросхем. Ну, давайте на всякий пожарный тоже возьмем. Сейчас сделаем микросхемочек. Потому что они нам, конечно, пригодятся в любом случае. Так. Да, получается 10 микросхем мы сможем сделать себе. Так, и сразу давайте посмотрим, сколько там нужно. Так, раз продвинутая микросхема, продвинутый корпус. О-о-о. Так, нужны 4 пластины закаленного железа. Давайте сейчас, вот как раз таки закаленное железо тут уже и понадобится. Давайте вот тут пластины поставим в металлформере. Так, кристальчик готов. И давайте продолжать дальше смотреть. Так. Одна микросхема уже. Так. Так, получается 6, 12, 13 продвинутых электросхем нам нужно. То есть нам еще одну электросхему даже надо сделать. Что крайне весело. Так. Так, все вроде бы есть. Я говорю, достаточно много ресурсов требует энергохранилище, но зато оно реально охрененное. Кстати, у нас может не хватить, знаете, чего? Светопыли. Светопыли нам не хватит. Давайте-ка пока выложим всю эту ерунду, чтобы случаем не потерять ее. И нам, конечно, придется отправиться за светопылью. Так, можем летать. Не думал, что светопыли не хватит, как ни странно. Ну-ка, давайте посмотрим, работает ли система. Оп. Да, продолжает собирать. Причем очень круто. Смотрите, сколько уже участков тут вокруг, рядом становится. Вот там подписчик с уткой какой-то на голове. И ветряки тоже, конечно, растут как грибы. Правда, они не поставили роторы. Видимо, еще серию не увидели. Так, ладненько, давайте отправимся в Нижний мир. Главное, чтобы тут все аккуратненько было. Так, тут приватная, видимо, территория. Так, метка, если что, есть. Так, нас интересует только светопыль. Конечно, даже кварцу потом можно пособирать. И на самом деле, если бы я знал бы, что не хватает, я бы, конечно, еще пособирал бы светопыль, если бы нужно было. Отсюда, кстати, можно напрямую телепортироваться прямо домой. Так что тоже крайне удобно. Вот где-то там, в той стороне, я видел светопыль, насколько я помню. Кстати, на сервере сегодня очень много народу было, около 30 или 40 человек. Нет, хотя вроде 30, 30-35. В принципе, все офигенно на сервере происходит. Так, вот, я вижу светопыль, вот там вижу чуть-чуть. Вот еще один плюс, то, что можно летать, это... режим полета удобно. Ну, кстати, единственный минус то, что если вдруг сервер будет перезаход, то у вас выключится fly, то есть полет, и вы можете просто сгореть в лаве. Так что это тоже стоит помнить. То есть это не все равно такая читерская штука, которая работает всегда. Так что надо быть всегда осторожным. Если в чате пишется то, что там сервер перезагружается или прочая ерунда, то повнимательнее относитесь к этому. Почему-то какая-то светопыль темненькая. А, во. Видимо, визуальный глюк был. Кстати говоря, сегодня, по-моему, 29 число, что ли. Записываю. Сегодня число-то. На другом телефоне у меня вообще пока 26, но это на самом деле неправда. Так, ладненько, давайте соберем светопыль. На самом деле нужно будет сюда за серией вылазочку такую сделать, чтобы реально поковырять. Поковырять светопыли приличненько. А потом, в принципе, если что, мы уже, в конце концов, потом из материи сможем сделать уже. В будущем. Так, копаем, ковыряем. Так, ну давайте еще два блока соберем и отправимся домой, чтобы особо долго не хреначить эту ерунду. Так. Так, домой. Берем наши... Раз... микросхемы. Так, пластины у нас благополучно сделались. Так, это продолжает делаться. Так,
Это есть. Красная пыль есть. И давайте делать микросхемы. Далее потом пойдем уже по списку, что там нам необходимо. Так, вот так расставляем красную пыль. А вот так лазурит и вот так светопыль. Какая... Нет никакой разницы, если вы светопыль вот так поставите, а лазурит вот так. То есть тут принципиально разницы нету. Так. Тут у меня бесконечный источник воды, если что. Так, положим пока что это дело вот так. Жалко то, что тут нету мода на сортировку. По какой причине, я даже не знаю. Надо будет с администратором пообщаться и узнать. Может быть, что-то новое добавят. То, что было бы крайне интересно, если бы тут были какие-то тоже интересные моды еще. Так. Компрессор пока что хреначит. Так, посмотрим, что там нам еще нужно было. Потому что там что-то еще интересное понадобится. Ну, микросхема есть, это тоже есть. Лазуритовая пыль. Есть. Тоже 36 штук, по-моему, столько, сколько и нужно. Так, пока что отложим вот это... всякую ерунду, ну то есть измельченную железную руду, там руды всякие. Так, нам понадобится композит. Так, углепластик у нас, не знаю, есть или нет, сейчас посмотрим. Углепластик. Вот они, углеткань, которая делается вот так, из угольной пыли. Как раз таки две штучки у нас есть, давайте тоже положим сейчас это дело в компрессор. Пускай пока доделывается. Кстати, я что-то не догоняю. А, вот оно. Я уже испугался. То, что не хватает одного кристалла, и чуть ли в панике не бился. Так, ладно, на этот агрегат два углепластика, пластины из закаленного железа, корпус и композит сейчас понадобится. Композит мы сейчас сделаем. Так, железные пластины еще, к счастью, остались. Так, это есть. Бронзовые пластины сейчас нам пригодятся, кстати. Где у нас бронза? Бронзу сейчас придется положить сюда. Так, все это доделалось. И теперь можем делать углепластик. Так, давайте пока посмотрим, что у нас тут. Так. Заходи в гости, покажу дом. Почта. Киньте в дырку. Умно придумано. Так, ладненько. Смотрим, что у нас тут творится. Ну, по крайней мере, сорняком это дело не зарастает, что меня очень крайне радует. То есть, по идее, вот то, что мы поставили автосадовник, он в принципе не нужен. Если вы не собираетесь там скрещивать культуры, ну, чтобы автоматически обрабатывать. А так, в принципе, будет достаточно только сборщика урожая, потому что он и сажает, и как бы обеспечивает работу, в принципе. Она хорошо работает, вся эта ерунда. Так, что у нас тут? 4. 5. Пускай еще одна доделается, ну и все, хорош. Так, сейчас соберем мы... Так, во-первых, машинный блок, корпус. Так, а теперь нужно собрать композит. Вот он, композитный слиток. Так, значит, тут железо. Тут железо, тут олово, и вот тут бронза. Нет? Перепутал, что ли? Походу, да. Все время этот рецептик путаю. Так, получается композитный слиток, который мы должны положить в компрессор. Так, вот углепластик уже готов. Теперь композитные слитки будут превращаться в композит. То есть что-то типа сверхпрочного металла там, например. Ну, до иридия, конечно, им далеко. Так, давайте посмотрим, что у нас тут новенького. Да, надо будет дорожку такую же сделать. Я все постоянно говорю, надо, надо, надо. Сам никак не делаю. Вообще, мне нравится, как вот это все выглядит. Тут особенно мостик такой. Правда, непонятно, почему тут досочки так лежат. Это типа доски, типа, или что? Тут какая-то гигантская коробка. Непонятно, дом это или что такое. Это что такое? Столб каменный. Да, у кого-то какой-то очень весьма странный участок. То есть, по идее, как гигантская коробка, но тут как-то все в нем. Ну, вот такие вот тут у нас дела творятся. Да, все, агрегат отлично работает, так что хорошо. Только семян, кстати, не дает.
Так. И... Все, второй композит получили. Можем собирать, наконец-то, долгожданный агрегат. Так. Четыре стальные пластины. Ну, или закаленные пластины. Кому как удобнее. Углепластик. Композит. И основной корпус механизма. Интересно, что раньше было? Вместо пластины закаленного железа. Я что-то даже не помню. О, неважно. Так, вот он, корпус продвинутый мы получили. И теперь... Мы можем собирать, во-первых, кристаллы. Так, нужно разделить пыльцу. Так, все, как раз-таки получается, сколько нужно. Так, микросхемы по 6 штучек кладем вот сюда. И собираем самые продвинутые кристаллы на 10 миллионов энергии каждый. Так. Такие кристаллы главное не потерять, потому что они крайне ценные. Так, это уже 3, 4... 5, 6, 6 миллионов энергии получается. Ой, 6 миллионов 60. Хм, получается, то есть МФЕшка менее выгодна, что ли? Ну ладно, допустим так. И давайте ключик соберем тоже. По-моему, там новый нужен. Так, процессор. Продвинутый корпус механизма, ключ. И сюда кладем кристаллы. Так, так. Так, набор улучшения МФСУ. Давайте ткнем. И да, у нас получилось. Так. Да, на 40 миллионов энергии. Кстати говоря, если так получается по кристаллам, то так бы у нас было бы 60... 64... миллиона бы влезало бы энергии, по идее. Но тут меньше сделано. Что, кстати, печально. Так, ну ладненько. Зато теперь у нас ротор в холостую не будет работать. И, по крайней мере, будет вот сюда наполнять этот наш агрегат энергии. Пока у нас тут вся эта система работает. Так, можно положить, кстати, капсулы обратно, чтобы наполнялись воздухом. Так... Давайте посмотрим, я хотел сделать пометку себе небольшую, где мы будем начинать копать метро. Так. Выложим всю эту ерунду. Так, где мои каменные кирпичи, любимые? Сейчас сделаем себе пометочку. Вообще, планировал где-то вот тут это делать. Примерно. Хотя даже, честно говоря, не знаю. Может быть, разумно будет где-то вот тут сделать это. Даже не знаю. Так, вот тут у меня получается мое бомбоубежище прям под этой штукой. И... Так. Неплохо бы, конечно, где-то вот тут было бы, если бы оно... Но я люблю, чтобы было все четко и ровненько. Так что где-то вот... Давай сейчас посмотрим координаты немножко. Так. Надо посмотреть, что у нас вот... Так. Туда блок упал. Вот прямо отступим, наверное... Раз, два... А вот тут уже будет проходить эта хрень. Кстати, уран нашли. Сейчас скопаем, посмотрим, что у нас там. Оп. А, это у нас прям получается под фермой тростника. Так, давай сейчас выкопаем. Так, значит, вот тут у нас получается будет краешек от вентиляционной шахты. Ну ничего. Весьма интересно. Хотя можно ее где-то в стороне, правда, сделать. Например, даже вот тут. Так, главное, зато мы знаем то, что тут вроде как бы удобно. Я думаю, реально, где-то тут ее можно сделать. Например, вот на этой полянке, почему бы и нет. Например, так, сейчас посмотрим, где примерно удобненько будет. Так, и какие-нибудь координаты выберем удобные. Например, вот тут. Плюс 200.
Это будет... Так, край. Тут, не помню, сколько у нас тут должно быть. Хотя, примерно я помню. Так. Три. Вот так вот. Перекосы. И тут тоже три. Потом перекос. Тут тоже три. Тут перекос. И вот так. По идее, все вот, вот правильно получается, если я правильно мыслю, то вот такая вот вентиляционная шахта будет прям вот тут посередочке располагаться и заканчиваться на плюс 206, начинаться на плюс 200. Так, 6 блоков получается. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Я вас посвятил в свои планы, показал что-то интересное. Построили мы уже тоже много и достаточно всего интересного, и надеюсь, что будет в дальнейшей серии еще интереснее. Так что подписывайтесь на канал, не забывайте заходить на сервер, ссылка в описании, и ставить лайки. Всем пока!